В одном из залов музея Пластова гордо возвышается на подиуме деревянный конь. Его передал в музей заслуженный художник России Николай Николаевич Пластов. Когда-то он был вырезан Аркадием Александровичем для маленького Коли, единственного и горячо любимого внука. Еще в далеком 1930 году Пластов поехал в село Богородское для того, чтобы перерисовать мастеров деревянной скульптуры. Он был поражен, как простые крестьяне могут вырезать такие скульптуры из дерева, и стал учиться. Впоследствии мастер живописи вырезал для внука коня из липы. Первоначально грива лошадки была золотая, поэтому игрушку в семье называли «конь-огонь». А хвостик был сделан из настоящего конского волоса, чтобы внук катался, как на настоящей лошадке.